Вот такой комментарий мне тут оставили под видео. Я так понимаю, что автор комментария, да, кстати, не только он один, считает, что будет секс или не будет, от мужчины вообще никак не зависит. То есть, по мнению всех тех, кто утверждает, что будет секс или не будет, решает только женщина, все зависит исключительно от внешности мужчины, ну и, возможно, от его материального благосостояния. А вот от поведения мужчины они считают, вообще ничего не зависит. На мой взгляд, это не что иное, как так называемая выученная беспомощность. То есть человек пытается снять всю ответственность за то, что происходит в его жизни, с себя и переложить на кого-то другого. Понимаете, отношения с женщиной очень похожи на карточную игру. Если человек умеет играть, то он выиграет, даже когда ему пришли не самые хорошие карты. А если человек играть не умеет, то он проиграет даже с козырями. Все зависит не от вашего роста, не от вашего внешнего вида, не от того, сколько у вас денег, а в первую очередь от вашего поведения. Уверенный в себе человек, который не рефлексирует по поводу того, как женщина к нему относится, всегда выиграет у красавца с большими деньгами.